Ну, все это прекрасно. Контролирующие органы, верно? Там за нравственностью, за поведением, за каких-то, так сказать, антисоциальных субъектов и типажей. Но вопрос такой, судьи-то кто? Где мы наберем столько высоконравственных, честных, идеальных людей, судей? В мантии будут сидеть, в париках белых, да? Говорит, это плохо, это, пожалуйста, вырежьте, это не пойдет. А здесь вот нужно вот так-то и так-то. Как сказал товарищ Сталин, кадры решают все, слышишь? А с кадрами засада. Во всех областях. Вот. Поэтому я говорил, что наша национальная идея – это воспитание нашего подрастающего поколения. То есть мы сами должны подняться до их вот этой чистоты детской, до их непосредственности, до их веры в то, что есть добро на свете.